Здравствуйте, снимаю видеообзор на шлифмашинку Makita. В комплекте идет сама машинка, чехол для сбора пыли, коробка, документация. Какая подушка? Я покажу само состояние шлифмашинки. В принципе, неплохое, конечно, не новое. 21 года производства. Состояние подошвы. Давайте покажу работоспособность. Все рабочее, провод получается без разрывов, провод родной, не минимальный, вилка не подплавлена. Спасибо за просмотр, хорошую покупку. Будут еще вопросы, спрашивайте, снимем дополнительный обзор. До свидания.